Я думаю, что после нашей встречи вы все для себя сделаете вывод, что такие действия они недопустимы. В своей жизни и здоровье, для безопасности, прежде всего своей и других участников дорожного движения, что недопустимо. Соблюдайте правила ПДД. Содеянное нами ни в коем случае не является образцом для подражания. Повторять не рекомендую.